Ломают барьеры творчеством. Это девиз участников благотворительного фестиваля, который прошел накануне в Александровском районе. Такой доброй акцией Ставропольское региональное отделение фонда социального страхования отметило День социального работника. Свои таланты продемонстрировали конкурсанты с ограниченными возможностями здоровья из 9 районов. Виктория Середа пообщалась с теми, кто силен духом и никогда не сдается. Гирьку качаю, там, отжимаюсь разу 100 от капота, конечно, вот, шпагат делаю. А еще участница фестиваля Людмила Растрыгина поет в ансамбле, монтирует фильмы и выкладывает их на собственном канале в интернете. Женщина фотографирует, освоила фотошоп, а несколько лет назад получила права. Преодолеть болезнь помог ее личный рецепт счастья. Это посмотреть на мир другими глазами. И осознать, что у нас жизнь очень короткая. И вот этот миг, его нужно использовать с пользой и с радостью для всех. Вот, вот есть даже такие слова. Душа как птица с клетки рвется, стремится к свету, к небесам. Душа как песня в счастье льется, грустит душа, коль грустен сам. Благотворительная акция «На крыльях вдохновения» собрала десятки необычных, волевых и талантливых людей из разных уголков Ставрополья. На сцене под открытым небом они доказали, что трудные жизненные ситуации – это не повод опускать руки, а стимул жить, творить и преодолевать. Эти люди, которые прошли через особые условия жизни, они выстояли, они выжили. И они сегодня рядом с нами, красивые, поющие, стихи читающие, талантливые. Я очень рада, что у фонда есть вот такие возможности проводить такие акции и, в общем-то, показывать этих красивых судьбой людей. Талантливые конкурсанты состязались в нескольких номинациях. В их числе художественное слово, театральное искусство, игра на музыкальных инструментах. Ярослав Андросов не только играл на скрипке, он поразил зрителей и своим пением. Юноша освоил несколько инструментов, поет и планирует связать свою дальнейшую жизнь с музыкой. Если в плане занятий, то я играю на фортепиано и на скрипке. Скрипкой занимаюсь в течение 6 лет. Ну, следующий год у меня выпускной, и скоро я освобожусь. На празднике были и совсем необычные номера, например, пение на языке жестов. Благотворительная акция Ставропольского регионального отделения фонда социального страхования проходит уже не в первый раз. Ее участники отмечают, что с каждым годом уровень творческого мастерства конкурсантов только растет. Музыканты, парень аккордеон, вот скрипка, ну это вообще уровень, конечно, показан. Дальше продвигать надо таких, талант. Команде жюри пришлось непросто определить победителей в каждой из номинаций. Очень сложно было выбирать, потому что в каждом номере это все шло от души. То есть вот это и любовь к родине, и к окружающим, и то, что они пытаются поделиться своей большой любовью, которая внутри каждого с окружающими. И, конечно же, по традиции все участники фестиваля получили подарки. Ведь каждый из этих людей уже победитель, который ломает любые барьеры творчеством. Виктория Середа, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение, Александровский район.